Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Пузлива. Крик предлагает жилье по 28 тысяч рублей за квадратный метр. Ипотечная корпорация сейчас занимается строительством нового микрорайона Черемушки. Он находится в районе Нововятская. Примечательно, что за столь привлекательную цену покупатели получат не только квартиру, но и развитую инфраструктуру. И речь здесь идет не только о таких очевидных вещах, как детские площадки и магазины. В новом микрорайоне Крик очень грамотно подошла к вопросу стоянки для автомобилей жильцов. Одно парковочное место полагается на одну квартиру. Это делается для того, чтобы места хватило всем. Жилье малоэтажное, а значит, воздуха в микрорайоне будет достаточно. Квартиры в Черемушках доступны практически для каждого. Кроме низких цен, ипотечная корпорация предлагает также и низкую ставку по ипотеке. А молодежь будет приятно удивлена различными социальными программами, которые предлагает компания. Телефон для записи на консультацию 25 10 10. Подробности на сайте ипотека43.рф. Дайджест недвижимости. Упрощается процедура получения компенсации на оплату услуг ЖКХ. С 1 октября в Кировской области вступит в силу новый порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Согласно этому документу, компенсация предоставляется со дня обращения гражданина в орган соцзащиты с необходимыми документами. Обращаться с этими же бумагами к поставщикам жилищно-коммунальных услуг теперь не нужно. Таким образом, процедура получения льготы упрощается. Дайджест недвижимости. Аренда однокомнатных квартир в Кирове в августе обходилась в 8 970 рублей. Относительно начала года этот показатель снизился на 10,5%. Двухкомнатную квартиру можно было снять за 11 300. Тут цены снизились с января почти на 9%. На этом все. В студии работала Дарья Пузлиева. Дайджест недвижимости.